Привет, друзья! И в этом видео хочу показать вам варианты завтраков, которые можно приготовить. На первый завтрак у меня была вот такая вот тортилья с творогом и немножко куриным филе и также яйцом. Получается вкусно, белковый завтрак и очень классный. Ну а на второй завтрак предлагаю вот такие вот бутербродики с творожным сыром и также рыбка, лосось и все еще добавляем ко всему овощи, это такой вот салатик, огурцы, помидорки. Тоже классный вариант завтрака. На третий завтрак предлагаю сделать вот такой вот омлет с рыбкой. Есть рецепт на канале. Далее также предлагаю сделать вот такие вот творожные булочки. Также на моем канале скоро вы сможете найти рецепт приготовления этих булочек. Получается очень-очень вкусно. Как вариант, еще один из завтраков, я очень часто готовлю сырники, и сверху можно любые ягоды, фрукты, у меня была вот черная смородина. Еще одна лепешка, просто которую я добавила туда творожный сыр и немножко куриного филе и помидорка. Ну и у меня на канале также есть еще один рецепт вот такого вот рулета, творожный рулет с маком, который тоже отлично подойдет на завтрак, а готовится он очень легко. Спасибо за просмотр, всем пока!